пока, короче, кто там спамит, спамьте, пока потрэш-чистим. Может, кто-то доберется еще. Так, если что, в 22-23 зачистим. Да пиздец, ты так на ДК, блин, 100 мобов убить и вручную, что ли, надо? Никак нельзя по-другому. Ты про что? Ну, квест тут, а вот этот, да, проходить на ДК надо в городе. Лапочка, Эрдру, если чё. Угу. Ну, у Фарла вроде есть, я куда. Ну, у меня тоже есть ПГДД. У меня есть, но он прям без Т4. А у меня, по-моему, 24 есть. Я там 1007 дам. 1007-8. Тогда лапочку вместо Хэлла кинем. Хэлла подамажит. Синтек Каспер дает. Так, мне тут АДК пишет. Нам же ДК нужен. ДД нужен. Да, можно, да, любое. Кукмастер, чё стоишь? Иди сюда. Врывайся в эту толпу. Я заберу этого. Пробудителя. А, все, full right. Угу. Да. Удивление. Дис там, блин, гоните. Что, за часик успеем? Если вайп, то не будет. Хотя, блядь, ну кнопка ТТГ, это опять народ уходит. Не, РС-ком чисто надо. ТТГ, а, КД все равно. Конечно. Чё там, дислинковали людям? Да. Да ты бы через Уэрлика, ну, так не ходит. Ну, вроде заходят. Что-то у нас маков тут. Там он Шура спрашивает. Кто спрашивает? В гильдии. Есть еще слот под моего легендарного мага. Да, есть слот. Святов, мастер что-то дофнулся. Да, это принц Святов. А этот не зайдет? Маг, который рексайт. Но он не писал ничего. Ну, КД ему не повесили, так что... Давай, бери, где там. Где? Ранролу только напиши обязательно. Нас 23, еще двоих нет. Зора и Шура на такие топы. Давай, врывайся. Спасите,
под этим деньгу. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро... Твоя сила на исходе, тупейшая. Асов нету, но одна вот. Есть вроде. Че, метка все не хватает? Не, хватает. Могу переодеться, чтобы хватало. Ну, у нас же еще поесть. Тут сагрил еще мобов пробудителей. Киньте ДС дурачку еще раз. Какому дурачку? Не знаю. Эллок вон пишет, было бы не спрашивал, я пролистал, висит. Это не люблю щиты, вон пишет слот, спрашивает. Вот кого теперь убирать? Угар. Я могу в ДД пойти, а он как раз может похилить. Так у нас все на слота нет. А он надо освободить. ДДшником будет. Так. Он ШП, да? Он или хил. А, он хил. Ну, я могу, если чего, хэлла уступить. Если хотите. Я могу с ханта выйти. Вот у вас есть микробомбоня 213 рог. Да, можно в принципе рогу 213. Да, давай рогу уберем. Микробомбоня это кто вообще? Это призм. А, это призм. Так он еще и ПВП. Ну Хэлла, если это... Будь Хэлла тогда пускай идет, раз у него времени. Дайте ему, он говорит, лутануть с трех мобов. Пускай идет. Хэлла тогда пускай отпустим. И возьмем не люблю. Ну все тогда. Я полетел. А в ДД кто прыгнет с трех палов? Фарла или кто там? Ебаните. Ебаните шкаф. А, бля, вот, ну. Ты будь в хиле сейчас. Будь в хиле. Давайте, ребятки, всем спасибо, счастливенько. Ага, давай. Все, счастья, давай, тебе здоровья, отдыхай. Хотя бы на этом. На заре. Как он называется? На болтаре побудь в этом. Так. Будь в хиле, короче. Он походу в АФК ушел, я пати кинул, он не принимает. В натуре. Че он там, блядь? Пошли, короче, пока ебанемся в Виану. Пристабав. Так, дайте. А вместо кого? Вместо Фарла? Не вместо хил. Кого? Ну, он же хил. Все, уже хил, хелки. Ну, Айна Вен вроде сказал. Ага. Пока болтара это тройного этого пидора будем бить, пока будь в хиле. У тебя нормальный ретрик? Да, нормально. Что-то, блядь, окно открыто, прохладно становится, сука. Это, кто там с соул-чата, кто в гильдию желает вступить с 16 до 20 РТ, проносим 4 рейда
8 рейдов проносим, 2 РСки, 2 ЦЛК, 2 ТТГ, 2 ГМХМ. И в ЦЛК 25 гири, 8 боссов пока что. Потом КД было. Кого интересует, оставайтесь в гильдии. Система лута и ПГП 90%. Ну и момент консула есть там. Некоторые вещи. Еще некоторые это. Стартовый П дают, если вы закроете. Стартовый П, блять, это что самое важное, что, что надо сказать? Ну да. Вы испытательная неделя проходите, получаете стартовый П. Так. Есть третий танк у кого-то? Подстраховочный. Докажешь? Война, есть танк. Эндовен. Такс. Поставьте шкаф. Ну давай, это, спиканись. Третьего танка. На всякий случай. Ну, хороший. Все, поддержишь, значит. Хукмастер первую копию, а наверное вторую, я босса. Короче, холипалы, знаете, да? Значит, перед 33%, перед появлением второй копии, отдадите баблы по себе. Ну и массакру даст этот Энсика. А Фарлон на свое усмотрение массакру давай. Так, я вторую беру, да? Копию что? Ты последнюю, которая на 33. Окей. Хукмастер первого. Что с топой случилось? Релогуется, наверное. Да вот что-то, блядь, зафризило. Че, заходишь? Да, захожу. Так, вот рыба. Хукмастер, ты где там? Веду по кругу, значит, ваше вот поле внутри круга, и рейндж набирайте между собой. По кругу вот начинаю от тотемов и по часовой стрелке, если смотреть на босса. Так, все готовы были, я что-то не видел. Видите, тут уже сейчас, как он спустится, можете начинать бить. Здесь где-то. Рэджу набирайте там. Там так, для справки, напомню, под ебалом у этого босса не надо стоять. Вот. Тело не надо покидать, вот Дэнни получите. Не забывайте, у босса и рассекающий, и вихрь все бьет перед ебалом. Безопасная зона только за спиной босса. Веди, значит, копию не отсюда, не в Долоран, кто там хукмастер, а за мной веди. Чтобы тебя хилы те доставали, которые в центре стоят между всей этой хуйней. От хилов, главное, не убегай. А то хилы будут тебя, меня хилить. Убегут в разные стороны, не захилят. Вот перед 33% массакра будет от НСИК, я не зыбку еще дам. И копия будет Эновеновская. Копия появляется возле босса с правого плеча, которого я держу. Так, незыбку успел дать. Бабл, надеюсь, дали. Паладин там все прохиливайте.
Главное, вставайте так, чтобы всех трех танков вы доставали. Все, там, по-моему, на сове копия или босс кого-то пиздит. Вот это вот на Мэтт Фокса смотрит почему-то. Вот это, наверное, твоя копия. Вот которую я сейчас забрал. Вот уведи ее куда-то. Давай, Хокмастер, там не зыбку, если есть. Если нету, давай Фарла там на вихре дашь. Этот, на сокру. Ну все, там 800 тысяч добьете, я думаю. Заходите в инст. После этого рейда там кто пуги будет ТТГ 25-ка. Если кто-то пойдет, оставайтесь в рейде. Ну или если что там пересоберем, в Дисе оставайтесь. Значит, Хукмастер с Айновеном слева, справа, там кто, разберитесь, кто будет, я на боссе. Заезжайте сюда быстрее. Пиздец, я заявил. Да, он, видать, из поля зрения потерял меня. Берегитесь. Так, что у нас там по шипешникам? 1.10 дает, 1.9. 4 нету, наверное, у них, да? Так смотрел, вроде гир 260. Че, у них Т4 нету обоих? Нет. А может, он заэвейдился и такой ДПС. Ага, тоже да, может быть такое. Берегите. Вон сейчас 13-12 вроде вырываются вперед. Ну-ка, если обнулить. Да, тут у них по пятнашке уже. Берегитесь. Давай, Хукмастер, не зыбку. Так, Айновен, давай массакру. На ту сторону переезжайте, только босса не пульте. Айновен в ретрика. Я скажу по хилам. Так, Хукмастер, ты, значит, будешь танчить свет. Значит, когда я наберу агро, после первого метеора люди перебегут, ты подойдешь и заберешь босса. И уже будешь ждать третью фазу потом. Я буду во тьме. Так, вот вам рыба. Жди рыбу. Значит, по хилам. Так, инсика, получается, свет. Будешь хилить, не люблю щиты. Фарла, Гримзол, Лапочка во тьме хилите. Во тьме танчит Войд, Свету Хукмастер. Так. Перекидывать, не перекидывать, блять. Ладно, пускай так будет.
А, нет, там слабый рога, блядь. Слабый рога. Кто с вас демон, Локи? Чувани. Давай, мистери, вместо микроба в этот в тьме будешь. Слышишь, мистери? Да, хорошо. Ты в тьме остаешься, а третья, четвертая на выход пойдете. Так. Так, по хилам сказал, по танкам сказал. Первая, вторая во тьме остаетесь до конца, а третья, четвертая выходите свет. Так. Сейчас встаньте вот где рыба стоит, слезьте с маунтов. Вот дерьмо в том, что у нас геров во тьме нет. Похую. Дадим на второй фазе в начале, да и все. Все, готовность. Когда я бегу к боссу, ничего не делайте. А, кружочек нужен. Так, ну и на вент скиллованный. Так во тьме же я с вами остаюсь. Наоборот, во тьме есть геры. Во тьме есть, мы просто сначала второй фазы дадим ее, да и все. Этот. Во тьме, когда, чтобы от лезвия не сдохнуть, смотрим на кружок. Наверное. Встаем в него, если что-то не понимаете. Сейчас встаньте в квадрате. Значит, проверка была. Так. Когда я бегу к боссу, ничего там не тыкайте, ни на пыл, ничего не нажимайте. Все, поехали. В точку встаньте, перебежать не успеете. Перебегайте, метеор, иди хопмастера забирай. Хопмастер, инсика и не люблю щиты не заходят, остаются тут. Не забывайте. Выбеги на сове. Черепок, Мэтт Фокс. Ты тут? Выбегай, ну, хули ты стоишь? Ох, и прям под дыханием. Мэтт Фокс, ресы, мистери, перебегайте. Так, со стороны треугольника заходите. Мистери, заходи тоже быстрее. Да, сейчас отломим. Там лезвие есть или нет? Давай, Геру Гримзол. Немножко в кружок подальше от босса отойдите. Вот скоро лезвия будут. Готовимся. Марк Топ, как дела у тебя? Ты в DC вообще? Лезвие 2 секунды, готовимся. Первая, вторая, стопайте дамаг. Третья, четвертая в порталы на выход. Перед ебалом только дыхание не словите, блядь, если бежите сюда. Первая, вторая, пока покурите. Свету там дамажьте. Инсика, озвучивай свет. Так, Мунк Найт, выноси. Все, дамажим. Все дамажим. Сильванс, выноси. Прибежали, метеор. Зорро выноси. Зорро вынес, не вижу. Выноси, что ты стоишь. Нет, выходит. В следующий раз к стенке прям беги, не останавливайся.
Убегай, Зора. Метеор, перебегаем. Убежали. Блять, фарла нахуй. Б, тресните меня в свету. Мэтт Фокс, во-первых, съебись в свет. Какого хуя ты тут стоишь, блять? Мэтт Фокс, нахуй. Чё ты подъебало бежишь? Сдохнуть от дыхания, блять? Иди в свет. Лапочка, тресни фарла. Иди в свет дамажить. Или ты тут бегаешь? Я в тьме. Я не могу. Ты в тьме. Пиздец. Мэтт Фокс, нахуй. Ты дрочишь или чё, блять? Пиздец, Мэтт Фокс. Беги в портал, блять, на выход. Хули ты тут бегаешь? Ты в свету дамажишь. Перебегаем. Не беги под ебалом. Блять, дурачка кусок, сука. Блять, пиздец, нахуй. Бомж на бомже, блять. А шо, у тьмы 70%, может нам стопнуть? Тьма стопните, дамаг. Ну, Мэтт Фокс, хули. Этот, мистер, иди в свет. Сейчас. Тьма, покурите 10 секунд. Все, сейчас 50 будет, все, бейте, тьма. Там уже выйдет этот. Метеор, перебегайте. Хорошо, что Гримзол с лампочкой хорошо хилят. И не страшно, что Фарла умер. О, чешка выпала на ДД, на РДД. Да, да, да. Мне да. кажется, я давно не видел, чтобы три чешки выпало. Короче, первая чешка по-любому анролл. Ну, вторая чешка, наверное, по ролям, так и быть. А третья уже... Да, да. Может, да. вторую тоже анролл все-таки? И третью тоже, блядь. Ну, а по ИП годно как? Так, это самое, с гильдией получается. Что тут самое нужное? Ну, запы, наверное, да? Кольцо залупа. Кому? Ну кому? Я ебу кому, блять. Гильдия? Ну, не знаю. Я бы на хпала взял. Я бы тоже на хпала запа взял, и кольцо бы взял на хпала. Ну, так, кто у нас самое... там? Я бы боты взял. Боты? Кто? Да, кто? Я бы все взял. Я успел, кстати, вам пофигу. Да паролем. Это самое. Так. Значит, вот эта хуйня анролл. Так, кому там по ИПГП надо? Давай это посмотрим. Запы вот эти. Выше всех Айновен. Фарла после него идет 30 ПР. Фарла, да, закидывала? Че, лукмастер работает? Понятно. Ну, просто чтоб уги так полинковать. Хотя, погоди. Че? Блять, там... Не, не нужны они. Они с одним сокетом. Не, нахуй. Ну вот, если че... Кому кроме него надо? Инсика? Да. Ты вообще... Что-то лутмастер не работает. Ты вообще бич без ЕП. Да потому что я нет нажал. Так, а-а-а. Давай. В смысле, они все с одним сокетом? Ты где-то видел с двумя? А, блять. Так, ролим кольцо на хила. Рольте. Хилы там. Ну, с пугов, с хилов только что лампочка, да? Да, она ему не нужна. Ну, не знаю, что он будет с ним делать. Тебе не надо лапочка, да? Хорошо. Значит, инсика, да? Сихуя си инсика, мы тебя что ли одевать пошли? Получается. Отдай фарлу эти запы. Фарла? Так вроде как и инсика хотел. Фарла отказался. Ну, он подумал... Дай. Ну он говорит, там типа один сокет нахуй надо. Я вы заебете, блядь. Ну, я забыл, что второй с этого, с Кузнечки. С Кузнечки, да. Хорошо. Где он? Невен. А, он, блядь, съебал уже. Ну передашь, я ему ГП уже въебал. И тапки на танка. Рульте танки. Пукмастер. Так в смысле, а зачем ты фарло дал, если это Айновен сказал? Мактор где-то писал, что ты ролишь на танка. Нет, ты ретрик. Зоррр, то же самое.
кукмастер получается. Кому запы передать? Получается Фарла? Да, да, Фарла. Так, идем в ТТГ, кто идет, оставайтесь. Печать поменяй. За спринт нет, только этот вайт, это вот эта фраза, все. И ролл их не за скрин. А у меня видео пишется. Окей, а, отлично вообще. Они ДД. Да правильно, ну да просто разные ситуации бывают там. Страхующие. В инсту не заходите. Потому что там ПД. Там, если что, пересбор будет. Вообще вступайте в гильдию. Хорошие рылы, люди, но надо нам усилить еще гильдию. Ладно, так. Всем спасибо. Да, давайте, счастливо. Так, ну в ТТГ я был ДКшником, сейчас уже пойду друидом. Если она соберется, конечно. Да они сейчас соберем.